До Нового года остался всего один день. С вами, как всегда, сильные новости, рубрика «Короче». Леша делает мне рожки и рассказывает вам три новости. Поехали! Как-то слишком много в этом году я рассказывал о мошенниках, и, к сожалению, сегодняшний день не исключение. Мошенники придумали новый способ обмана. Живет в Могилеве 10-летний мальчик, и как-то раз он скачал на свой телефон обновление, как оказалось, не совсем то, которое нужно. Доступ к телефону мальчишки получили мошенники. Они стали по ночам звонить за границу, из телефона пацана списали 250 рублей. Давайте сделаем так, чтобы в следующем году я о мошенниках рассказывал все меньше и меньше. Посмотрите, как эпично завис грузовик в Орше. Там самосвал МАЗ зацепился кузовом за трубопровод и встал на дыбы. Посмотрите, как завис МАЗ на инструментальном. Так написали пользователи в одном из местных пабликов. Давайте поприкалываемся, как бы вы подписали этот снимок. Классно. А вот уж действительно не задались новогодние каникулы. В Лондоне королевские гвардейцы буквально промаршировали по упавшему ребенку. Это произошло возле Тауэра. Что интересно, мама привезла своему сыну как раз посмотреть на смену караула. К счастью, ребенок сильно не пострадал.